познакомились в клубе, в баре. Он подошел, да, просто потанцевать. Мы танцевали, пили, танцевали, пили. Было весело очень. Эротически на меня посмотришь, когда ты будешь есть этот кусочек. Задача все сложнее и сложнее, ребят, почему? Вот, и немножко приоткрою губы, вот. Очень сложно, ребят, вы чего? Лёш, кстати, не видел сегодня свет. Никто не видел, да. Между нами есть определенная связь, которую я ощущал с первого дня, как мы познакомились. Нам всегда было интересно друг с другом, весело и тепло. Это особое чувство ни с чем не спутаешь. Я благодарен судьбе, что встретил тебя там тогда. Большое счастье, что мы встретили друг друга. С того вечера в Честерфилде на Новом Арбате нас постоянно тянуло друг к другу. Помнишь, как мы трижды совершенно случайно встречались в городе? С первого дня наших отношений ты раскрываешься с новой стороны и приятно удивляешь меня. Когда мы только начинали встречаться, это была яркая вспышка в моей жизни, которая все очень круто изменила. Все стало на свои места и в жизни, и в голове. Мы меняемся вместе, развиваемся вместе, делаем друг друга лучше, поддерживаем. Мы очень похожи, но в то же время гармонично дополняем друг друга. Я безумно благодарен тебе за то, все, что у нас есть. Спасибо тебе за все эти прекрасные моменты, которые у нас были. А сколько еще будет? Нам повезло разделить друг с другом много счастливых моментов. И я уверена, что дальше будет больше. У нас даже речь почти одинаковая. Благодарю за любовь, поддержку и заботу. Спасибо, что доверяешь мне, и я это очень ценю. Для нас нет ничего невозможного. Мы со всем справимся и построим нашу жизнь так, как мы вместе мечтаем. Наши мечты сбудутся, потому что мы – эффективная команда. Поэтому я желаю нам не переставать ценить то, что у нас есть. Никогда не забывать, что мы друг для друга самые близкие люди. Сохранять и раздувать тот огонь, что есть в наших сердцах. Я желаю, чтобы интерес между нами не угасал. И мы жили счастливо, чтобы сохранили трепетные отношения друг к другу, доверие и любовь. Есть лишь одна вещь в моей жизни, в которую я верен больше всего.
Это то, что я хочу быть с тобой. И в болезни, и в здравии. До конца жизни. Я навеки твой. Ребят, вот не целуйтесь пока, минуту. Да. Сейчас, обменяемся потом. А если у тебя на свадьбе девушки, которые, ну, покупают стейк мираторговский, бросают на сковородку, жарят, а есть некому, есть такие? А, ну, я про них не знаю, нет, наверное. А есть у тебя на свадьбе девочки, которые кальян купили, а забить некому? Есть такие? Нет. One for the fam, two for the team, three for the gift, love supreme. Staying on point, got self-esteem. Doing my thing, feeling pristine. Under the stars, young evergreen. Long summer nights, living the dream. Keeping it fresh, avoiding routine. Sometimes I just wanna А есть ли на свадьбе девочки, которые так часто пьют винишко, что их уже в красно-белом в лицо узнают? Есть такие? Такие есть. Друзья, сегодня 11 июля 2020 года. Ваше взаимное согласие дает право вашим родным и близким объявить вас мужем и женой. Ура! Теперь целуйтесь! Леша и Света, ура! Ура!